Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кунай. Не удивляйтесь, что я начинаю с этого места, потому что в прошлый раз я пошел попить кофейку, чтобы продолжить прохождение игры. Но с игрой что-то случилось, она заглючила, и, друзья мои, прогресс прохождения Робополиса у меня не сохранился. Но я сейчас объясню, что там произошло вкратце. В общем, друзья мои, шеф мне звонит, да, говорит, ты должен встретиться в Робополисе с неким связным. Таби бежит, пока он бежал, на него устраивает облаву полицейские и сажает его в тюрьму. После этого из унитаза появляется Олаф, дает нам способность рывок, которая мне дает возможность просачиваться через прутья. И таким образом наш Таби сбегает с тюрьмы. Ну а дальше я добегаю до сохранения, сохраняюсь, и вот с этого момента мы с вами продолжаем играть. Так, ну что же. Опа, вот сюда нам нужно, да? Так, я вижу, наверху сундучок был. Ну, пока все спокойно. Никого нету. Хм, а что же мне тогда надо сделать? Не могу понять. У меня в данный момент нету ни оружия, ничего. Наверное, где-то я должен его заполучить. То есть у меня все отобрали. Так, ну здесь вряд ли я смогу пробить, потому что... Так, секунду, вот туда вот, скорее всего, можно будет попасть, наверное. Ну-ка, проверим. Ага, а далее-то что? Ага, вот оно как. Хорошечно. Давай-ка вот сюда. Блин, не получается. Очень хорошая вот эта вот способность рывок, мне она нравится. Так, давай-ка, опа. Нам, наверное, все выше и выше нужно, судя по всему. Я могу, конечно, ошибаться, но другого варианта нету. Я уже там все облазил. Никаких других возможностей нам продвинуться нету. Вот так. Опачки, а здесь все ваше оружие здесь. И немного монет. Вот это я понимаю. То есть я вернул себе все шмотки. Уже хорошо. Интересно, а что дальше мне делать? Ха. Кстати, у меня появилась способность рывок. Здесь будет некая церковь. Когда я проходил Робополис, я не смог выполнить одно задание, потому что я не успевал за 25 секунд его выполнить. Там очень быстро нужно сделать. А вот теперь у меня появилась способность рывок. Я думаю, что с помощью ее я то задание смогу пройти. Не понял. Эти полицейские вообще неубиваемые? Да ладно. Ты прикинь, они просто бессмертные. Чё бы я ни делал, им пофиг. Вот так вот, значит, получается, с ними бесполезно вообще драться. Вот так вот. Хм, но все равно мне нужно найти связного нашего. Получается, да? Смотри, а здесь разорвало всех. Хм, странно. Так, тихо, тихо, тихо. Я вижу, там охламон уже метит в меня. Так, дай-ка я попробую его. Не берет, хоть тресни. Сколько здесь решеток, а? Ну, этого тоже, я думаю, да, бесполезно, наверное, бомбить. Он прикрывается щитом, причем не имеет значения, сзади ты его бомбишь или спереди, все равно он неуязвим. Ага. Так, внизу еще один полицейский, да? Нам вообще-то нужно с вами идти в левую сторону, я так понимаю. Там то ли что-то новенькое будет, но в любом случае я там не был, потому что территория не открыта. Давай, наверное, сделаем с вами некую разведочку. Так, Таби, давай спускайся. Ого! Тихо, тихо, родные мои, сколько вас здесь. Так, подожди, а что у нас тут? У нас сундучок. Ну, естественно, я его хочу открыть. Но как мне это сделать? Тут же еще и Wi-Fi роутер стоит. Блин, да ну, какой-то бред. Почему я не могу их забомбить? Как я их должен тут подбить? Кто мне скажет? Они прикрываются щитами. Причем даже сверху я не могу их бомбить. У них защита вообще круговая какая-то. Ну, если так. Ать! Хотел бомб... Да елки! Так, ну все, у меня здоровья очень мало. Да что же они... Не вовремя, не вовремя. Я... А я получу эту кнопочку или нет? Без лишнего шума, да е-мое. Так, сундук открыт. И что же это значит? Получается, я эту кнопку взял.
Значит, она должна быть у меня в инвентаре. Давай-ка глянем, наверное. Так, шляпы. Ага, вот. Вот, друзья, эта кнопочка. Теперь я, знаете, стал похож на полицейского. С такой же пипкой наверху. В общем, одним словом, надо было сразу глянуть в инвентарь. Погоди-ка, здесь у нас роутер есть, а у меня как раз монетки. Давай-ка, наверное, немножечко раскошелимся на что-нибудь. Так, ракетный залп. Превратите свою ракетницу в безжалостную машину для убийства. Так, самонаводящиеся ракеты. Давайте, наверное, мы это и купим. Ага, шикарно. И 152 монетки у меня остаются. Естественно, я не смогу ничего сделать. Короче, я в упор не вижу, чтобы эти ракеты были самонаводящиеся. Да что ж такое? Ёлки-то палки. Ладно, сматываемся отсюда. Бумс. Смотри, того разорвало, а этого нет. Куда мне дальше-то идти? Ага. Тут бесполезно, друзья мои. Наверное, скорее всего, нам нужно с вами обойти это дело и куда-то на самый верх. Все равно, да? Полицейский выжил. Этих мелких разносит в щепки, да? А полицейский выживает. Так, просочились. Я не знаю, как вообще их здесь можно подбить. Так, сохраночка. Давай сохранимся на всякий случай. Да, я сохранился и зарядился. Нормуль. Так, что у нас? Вниз. Ну, проверим просто-напросто. А, я здесь был. Это же где я получил все свои шмотки. Так получается. А другого варианта я пока не вижу. Это если я вниз прыгну, пробегусь опять по круговой и вернусь в эту же точку. Но не стоит забывать, что там есть сундучок. Я его в тот раз не мог открыть, потому что у меня не было оружия. Вот, вот этот сундук. Я думаю, что стоит его, наверное, получить. Ну давай, 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 Таби, ё-моё, просачивайся. Нам надо будет с другой стороны, видимо, обойти. Захотел стенку проломать. Вот здесь мы с вами сейчас... Погоди-ка, а как я тут пробью? Ага. Расстреливать надо, да? Твою же налево. Вот сейчас буду тут париться. Короче, эту стену мы с вами пробиваем. Во, сейчас мы вот так вот сделаем. Камни полетели. Значит, стена взорвалась. Так, и посмотрим, что у нас в этом сундуке хорошенького лежит. Ого, это что такое у нас? Ну-ка. Вау. У меня сейчас костюм, знаете, как у ассасина. Похоже, да? Ладушки. Давай тогда пойдем дальше. В общем, мы с вами, ну, сделали тот же самый круг. Сейчас я окажусь на той же самой точке. Единственное, я не могу понять, куда мне тогда двигаться дальше. Вот в этом направлении, что ли? Возвращаться в забытую подземку. А как же... А как же тот чувак... Ага. Наверху там где-то есть. Где этот связной-то, с которым я должен встретиться? Не могу понять. Или уже все, не надо? Непонятно пока. Так, ну, как понимаете, да? Здесь мы с вами уже были. Здесь я получил свои шмотки на место. Угу, две монетки. Хорошо, значит, на самый верх. На самый верх, если мы с вами пройдем. Что нас там вообще будет ждать, я не знаю. Давай еще разок, наверное, сохранимся. В данный момент я просто бегаю по кругу. Получил только лишь новый костюм. Погоди-ка, а здесь у нас что? А я здесь вообще был? Ну, по идее, был. Ага, знакомые все лица. Так, это я случайно не обратно ли иду? Ай-яй-яй. Зачем я так делаю? Да, я, по-моему, иду в обратном направлении. Так, а здесь, по-моему, сейчас будет спуск вниз. Верно? Ну да.
Хм. Так, у меня здоровья, ну пока хватает. Давай попробуем посмотреть, что у нас тут. Везде эти полицейские. Они просто везде, их кишит здесь. Так, тихо, 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 не надо. У меня очень мало здоровья, так что отвали от меня, пожалуйста, а? Роботека, ты мне не нужен. Мне не нужны личные проблемы. Слушай, а вот здесь я был? Или нет? Что-то новенькое, я что-то не помню. Опа, шеф звонит опять мне. Вы заставили меня понервничать, друг мой. Научились делать рывок? В следующий раз, может, сумеете убежать? А теперь идите обратно наверх. Там вас будет ждать мой друг. Значит, все-таки мне нужно идти наверх, да? Задание еще в силе. Опа, ты видел, как разорвало чувачка? Ты смотри-ка. Одного за другим просто уничтожаю. Наверх. Ага, ё-моё. Ну там... там мне дофига придется побродить. Ну ничего не поделаешь. Кстати, мы с вами возвращаемся в этот город Робополис, в котором я, в принципе, и бегал. Ну, я вам скажу, та серия, в принципе, была неинтересной, потому что никаких заварушек там не было. Единственное, что меня, конечно, там поймали врасплох. А так, очень много диалогов с неписями. Очень много их там. Сейчас я попробую пойти на самый верх. И там будет ждать меня человек. Кстати, вот в прошлый раз, в той серии, меня как раз и поймали в тот момент, когда я... тихо. Когда я почти добрался до самого верха. Ну, там хитрая ловушка была. Погоди секунду. А здесь что делать? Так, можно цепляться, да, значит, за эти штуки. Блин. Подожди, что-то как-то проблема. Как... что это за роботы еще тут летают? Подозрительные. Я ведь должен, по идее, цепляться за эти штуки, да? И двигаться наверх. Или нет? Дай-ка я попробую еще разок. Ой-ой-ой-ой, смотри, смотри, кого там тащит по мою душу. Так, если мы вот здесь с вами прицепимся. Так, тихонько, не надо буянить. Да цепляйся ты. Не хочет. Вот такие вот моменты я вообще терпеть не могу, друзья. Когда он не может то зацепиться, то еще что-то. Теперь полицейского там тащит. Ну. Ага, вот так вот, наконец-то запрыгнул. Давай сюда. Ну вот. Ради этого надо было 3 часа там париться. Что, продолжаем наше путешествие на самый-самый верх? Так. Ага, очередная кафешка. Что у нас тут? О, Эрл стоит. Сохранялочка. Как вижу сохранялку, сразу же сохраняюсь. В первую очередь. Так, а денег у меня и нету. Поэтому от роутера мало толку. Так, кстати, где у нас... ага. Сейчас я кое-куда хочу зайти по пути. Прежде чем идти к связному, я в Робополисе не выполнил одно задание. Тут у них есть некая церквушка, да? Опа, опа, опа. В которой дают некое задание. Успеть пробежать определенный путь за 25 секунд. И если ты его пробегаешь, ты становишься там каким-то, я не знаю, героем, не героем или верующим. В общем, сейчас мы туда придем и посмотрим. Заодно и вы посмотрите. Так, что это такое? Ага, вот она. Храм Скебина. Добро пожаловать в храм Скебина. Вы здесь, чтобы воздать молитву владыке Скебину? Я пристрастился к батарейкам, но владыка Скебин спас меня. Теперь я работаю в храме, возвращая долг спасителю нашему. Вот так вот. Вот сюда вот я в прошлый раз попал, у меня не было рывка. Вы никогда не слышали о владыке Скебине? Легенда гласит, что владыка Скебин существовал в ранней версии этого мира. Под этим храмом лежит комната испытаний, она восславляет достижения владыки Скебина.
Вот здесь вот как раз и будет испытание. Но там нужно будет пробежать за определенное время. У меня не было рывка. И вот сейчас я хочу попробовать с рывком это все дело пройти. Чего ты молчишь, а? Почему не хочешь разговаривать со мной? Что с тобой не так? Ну-ка, дай-ка я кое-что проверю. Ага, все, появилось. Хотите ли вы вступить в церковь владыки Скебина? Ну, в принципе, да, я не против. Ну что, друзья, вот он мне говорит, что я должен показать себя через испытание, повернуть выключатель и добраться почти за 26 секунд. Фух, ну что, поехали, попробуем. Да пребудет с вами скорость владыки Скебина. Но там действительно очень быстро все это надо сделать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ну, естественно, здесь надо будет мне немножко потренироваться. Я вряд ли сейчас сразу пробегу. Ай, лопухнулся здесь. Здесь надо было вот сюда падать. Ладно. Первый блин комом, как обычно. Ну и время уже подходит к концу. Да, не успел, одним словом. Ну что, давайте, наверное, еще тогда разочек. Погнали. Надо все делать очень и очень быстро. Хорошо, пока нормуль. Шикарно идем. Так, время есть еще. Вот сейчас, главное сейчас, самое главное вот здесь вот не лопухнуться. Ну, да давай ты. Есть, успел, друзья мои. И что же мне достанется здесь? Какой-то капюшон получается, да? Теперь я стал как эти монахи. Вы заслужили капюшон Скебина. Идите же и несите его слово. А почему вот эти двери закрыты, а? Хм, я думал, меня туда впустят, если я стану служителем Скебина. Но нет. То есть это все было ради того, чтобы я получил вот этот вот капюшон? Да, я рассчитывал, честно говоря, на большее. Ну что же, получается, здесь все. Вы сделали правильный выбор, друг мой. Не снимайте этот капюшон, куда бы ни пошли. Добро пожаловать. Вославим владыку Скебина. Такие послушники. Так, ну а мы с вами продолжаем тогда нашу эпопею. Мне нужно до сих пор еще куда-то там на самый верх. Но, нормуль, разнесло, да? Пташечку. Так, секунду, подожди-ка. А... Смогу, а, да, смогу. Я думал, что здесь эти стоят железные двери. О, родной, да. Промахнулся. Давно я с тобой не виделся. Давненько. Ну все, в принципе, я уже на точке, да. Нам еще немножко с вами подняться и все. Больше в любом случае нам здесь делать нечего, потому что все остальное у нас открыто. Центральный парк. Сохранимся. Это в первую очередь. Так, мне это нравится. Погоди-ка, погоди-ка. А дальше как я должен действовать? Не врубился. Подожди-ка, я ведь поднимался здесь, нет? Мне нужно вот это все обижать и с той стороны. Ёлки-ты-палки, я вспомнил, что меня сейчас тут поджидает. Это если мы с вами опять там упадем. То есть я, наверное, здесь очень много времени потрачу. То есть, друзья мои, здесь нам придется обижать, сделать круг. И самое интересное, что там очень будет большое расстояние, где надо будет прыгать и плюс еще на автоматах перелетать определенное расстояние. И все это нужно сделать в правильном порядке. Если ты упадешь... Вот то, что я сейчас в данный момент делаю, придется повторять раз за разом. Понимаешь? Опа! А это что такое? Это что-то новенькое. А ну-ка, что у нас здесь? Кстати, это зоомагазин. Я в нем был. Только внизу. Ага, я получил еще один кусочек сердца. Кстати, то сердце я собрал полностью. И вы видите, что у меня немножко прибавилось к ХП. Совсем маленько.
Так. По-моему, вот отсюда я должен... Ой, друзья, я не знаю, получится у меня или нет. Фух. Вот так я должен буду пролететь все это дело. Ну что, попробуем. Ай, чуть-чуть не хватило, блин. И вот это вот все заново. Как говорится, с богом, да? Так, так. Есть. На самом деле все намного легче. Эй, охламон. Стоит тут мне. Ну, это все шелупень. Так, погоди-ка, тут у нас какой-то робот ползает. Что он делает? Нифига он наяривает. Дострелялся. Так, я вижу, там еще один ползет. Даже не один, их там много. Так, секунду, а сюда я могу? Нет, не могу. Хм. Не могу я туда попасть. Опа! Просто нам повезло сейчас в данный момент. Нам с вами очень крупно повезло. Слушай, а я не могу вот сюда вот в серединку попасть? Мне кажется, что там есть проход. Потому что в прошлый раз там был проход. Так, тихо. Ать! Это вечная перезарядка. Ха, раздражает немножко. Опа, сундучок свеженький. Не понял, опять что ли поймали? Ха! Попался! Кстати, в прошлый раз меня вот так же поймали. Но теперь у меня есть рывок. Я могу смыться. Причем главное, вот этот вот сундук не открывается. Вау. Не понял. Это что еще такое? Это полиция. Немедленно сдавайтесь. Сопротивление бесполезно. Хоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть. Ну давай. Поехали. Ой-ой-ой, что он делает, а? Гад, уничтожает все тачки, по которым я должен прыгать. Пока все хорошо. Здоровье более-менее. Главное, бежит за мной, да? Давит сам все тачки. Да уйдите вы отсюда. Тихо-тихо, Таби, не надо буянить. Ай! Повезло. Сколько бежать-то здесь нужно, ё-моё? Он успокоится когда-нибудь или нет? Нифига, что-то не успокаивается, да? Может быть, надо в него стрелять еще при этом? Ну, я сомневаюсь. У меня не получится. И бежать, и стрелять одновременно. Опа! Подстава сейчас была. Тихо. Здоровья-то не так уж и много. Опа, секунду, что происходит? Не может быть, это ты? Держись крепче, Таби. Так, видимо, это и есть наш связной. То есть он мне помог сбежать, получается. Рад видеть, что вы нашли применение моей старой катане. И я скажу шефу, что добросил вас сюда. Он знает, что делать дальше. Угу. Шеф звонит. Похоже, энерговсплески и вправду исходят из этой небесной крепости. Если вы сможете найти их источник и вернуться с ним, у нас будет хоть какой-то шанс выжить. Не пуха, Таби. И вам тоже не пуха. В общем, в данный момент я нахожусь на небесной крепости. Судя по словам шефа. Мне бы сохраночку найти, а? Ё-моё, тут одни турели стоят. И роботы ползают. У-у-у. Весёлая тут будет житуха, я чувствую. Так, что такое опять? Реакторный отсек. Что за... О, нет! Только не планшет. Опять? Джонс, закрой дверь в мою каюту. Да, все до единой. На этот раз ему меня не достать. Помните, да? SSD-плавник. Так, а это что за хламон у нас такой тут ползает? Вата, ясно с ним все. Так, знаете, что мне хочется? Найти какую-нибудь сохраняшку. Опа, неплохо. Ага. Наверное, здесь нужно рывком. Где сохранялочка?
какие-то слава богу. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно продолжим с вами играть в эту игру. Ну, с вами был Рэй. Всем удачи и до новых видосиков.